Всем почули, добро пожаловать на мой канал Парфюмерии. Сегодня у нас распаковка, такая вот огромная посылка мне пришла. Давайте посмотрим. Ну, я знаю, что там, но распакуем в таком формате, чтобы все влезло. Я начала раскрывать и открыла, и смотрю, какая красота. Думаю, надо показать. Очень так круто. Посмотрите, какая попкорн. Нет, не попкорн, как он называется. Эти воздушные такие. Так захотелось сразу вот эти вот вкусняшки. Ой, они даже сминаются так. Вот лежит куча парфюмки, а я ерундой страдаю. К тому же они обратно не исправляются. Все как настоящие вкусняшки. Может, они действительно настоящие? Посмотрите, какая красота, какая красота. Bottega Veneta досталась мне еще из запасов. Это аромат с розой, но тут брала уже то, что было, осталось. Не все номера есть в продаже, и уже продается по 600 евро, по 500. Ну куда? Куда такая цена? Соточку я взяла, запакованная, роза там с пионами, что-то такое. У меня есть еще с фиалками, я не показывала вам. Ну такой же запакованный дружок стоит у меня в шкафу. И как классно, цена была приятная, что мне достался этот красивейший флакон. Говорят, что эти ароматы пахнут максимально натурально, как парк, парка Паладиано итальянский. Поэтому здесь все такие натуральные, приятные ароматы. И я думаю, что розовый, конечно, аромат не мой фаворит. Вообще роза. Есть роза любимая, но я думаю, что здесь она будет вкусная, прикольная, современная. Так, куда ставить парфюмки? Будем. Дальше расхламляться. Здесь очень много вкусняшек, дорогих вкусняшек. Так, это отдельно. Счет это мы отдельно упустим. О, посмотрите, такое чувство, что чего-то здесь не хватает. Оно на самом деле хватает, потому что этот парфюмка без упаковки. Давайте смотрим. Я тут налегла на рожу Раджа Роджа. Парфюмка у меня есть Enslaved, Enslaved, да, кто-то говорил в обзорах, что ему не нравится вот эта клякса, выглядит позорно и дешево, хотя флаконы стоят как крыло самолета. И наклейка сбоку, оказывается, все, что я видела в интернете, соответствует. Здесь мы видим лазером, и наклеечка идет. Аромат новый. По-моему, не тестерный. Holdings Limited. Значит, это именно та лимитка, что ли, которая была. Ой, открыла сразу же. Пахнет. Ну да. Угу, надо его протестировать. Я его когда-то тестировала давно. Сваровски и так далее. Пятьдесяточка красивая. Наверное, смогу носить, но это такая шипровая немножко классика. Странно, что крышка пахнет. Пульверизатор мокренький. Не знаю, наверное, через транспортировку как-то он там, где-то он и пшикнулся. Не знаю, нажался, ну да ладно. Выглядит все полненько. Можно уже послушать. Мне кажется, у меня что-то такое подобное есть. Из классики. Давайте красиво плацируем. И здесь у нас что? Здесь у нас месиво. Здесь у нас тусовка от других рож. Подсела что-то смотреть интервью самого Роджа, да?
Он, оказывается, у него есть свой канал, и он говорит про свои парфюмы. В принципе, интересно. Не со всей информацией я согласна. Допустим, про туалетные воды и парфюмы. Это парфюмерная вода, самая высокая концентрация. И да, его теория, это в принципе действует, но тоже все, что он рассказывает, как наносить ароматы, все это тоже такая, ну правильно, но все равно субъективщина. Смотрите, у меня даже тут цены есть. У меня даже тут с ценами. Так, у меня в пленочке здесь запаковано все суперски. А, ну тут просто даже наклеечка, они даже не морочатся. И вот он рассказывал про свой парфюм Harrods England, Англия. У них такой магазин крутой в центре Лондона, никогда туда не заходила, но этот магазин я знаю. Это у нас Enigma, и почему он так дешево стоит? Всего 245 фунтов. С какого года этот парфюм? А, да, правильно, с какого года. Eau de Parfum уже не производится. Я гуглила, хотела найти цену. И видела только вот такие парфамс. Именно парфюмерная вода, более дороже, более концентрированные. А новая версия есть Enigma и все остальные. Такие современные молодежные флаконы, более доступная цена. Там более легкая, носибельная форма. А здесь прям концентрация концентрации, и Eau de Parfum уже не производят. Ни Enigma, ни 51, поэтому я думаю, что это 100-летний аромат, ему, наверное, лет 10. Посмотрим, да тут и бач-кода-то нету. Где посмотреть, здесь на коробке ничего нет. 100-летний аромат когда-то стоил вот так. Ну, в фунтах, понятно, надо добавить, но тем не менее 300, ну пусть 350 евро он стоит, но не 500, как сейчас хотят. Конечно же, есть разница. Ну, давайте еще заглянем, что у нас тут есть. Да, здесь у меня без слюды, потому что я попросила открыть для меня слюду, потому что я хотела увидеть флакон. Потому что я думала, что вот это вот одно и то же, что вот это вот. Оказалось, это два разных парфюма и концентрации, и крышки-то у них даже разные. Поэтому, по моему желанию, ну тут вот уже не пшикали, тут новенькие видно, а вот здесь вот как-то, видимо, нажался. И выглядят они вот так. Хотела протестировать, действительно ли они разные. Это более... не менее разбавленная, это более концентрированная, и в новой версии я не тестировала. Так, ну и что тут таить? Секрет. Еще одна рожа. Люди уже отписались, уже ушли, всех бесит произношение, но да, здесь еще такой пи-пи-пи-пи значок, пищалка с магазина. Но я думаю, что это тоже Harrods, та же Англия, и тоже снятый с производства парфюм. И это 51, такой же, как вот такой, запакованный. Хомяк нахапал, ну вот задублила, потому что снятый. Как пахнет, без понятия, главное. А нет, я не буду брызгаться, потому что хочу сейчас кое-что примерить из одежды и посмотреть, подходит мне, нет, и отослать назад. И когда я с магазина заказываю какие-то кофточки и просто хочу примерить тот же H&M, я никогда не пользуюсь парфюмом, чтобы не пропахло, чтобы товар остался новый, чтобы следующий покупатель получил новый товар, аккуратный, не ношенный, не пропахший, а вот этот уже с крышки я чувствую. Кстати, крышка как-то даже не сильно твердо, не сильно держится. А если я вот этой вот помажусь, побрызгаюсь, я после экзамена, я спала 5 часов, сдала последний экзамен, югу, поздравления принимаю в комментариях, я вообще устала за 4 месяца, я просто никакущая, поэтому я разговаривать вообще не могу, но распаковать, ну, очень хотелось обязательно посмотреть, что же там вот не нравится, что крышка нифига не держится. Так что это пахнет, все, уже сейчас
Вот такая распаковочка. Пишите, чем пахнут вот эти парфюмы, потому что я не в курсях, не в курсях. Слепые покупки, слепые хапалки, вообще хомяк очумел. До новых встреч всем. Спасибо за лайки. Мое даже горло село, потому что сегодня целый день разговаривали. Был как доклад, реферат, проект. Процесс оптимирунг на предприятии. И я уже даже от того, что мало спала и много говорила, хриплю. Ну все, ну мне нравится, нравится. Энигма, интересно, как пахнет, нигде не протестировать. Но надеюсь, я буду довольна этими покупками. Должны себя оправдать. Пока-пока!